Угу. Так, заехали в какую-то чму таракань грузинскую. Дороги пока еще нормальная. Только что-то облаками затянуло все. А скоро начнется жопа. Судя по картам. Вот мы. Вот жопа начинается. Так что давай. Ладно, вперед из песни. Поедем дальше. Короче, началась самая жопа, наверное. Где-то у меня Катюша там идет, не рискнул с ней ехать. Я вон туда еще ехать. Сейчас пойдем глянем. Катюша, я пойду посмотрю, чем дальше. Пока ты идешь. Так вроде смотришь, нормально. Там камушки. Так, здесь туда вот. Дорога на Ужгуле. Не знаю, то едем, нет. Что-то как-то пока страховенько. Сейчас Леша поедет. Продолжаем восхождение. Так-то он в основном восхождает. Катя, а я возъезжаю. Там дорога узкая. Чебурчики сжигать. Дорога просто узкая, я не знаю, что там. Ну и в общем так. Решили поделиться немножко. Разделите. Но мы добрались, по крайней мере, до знака Ужгули. Все вместе. Да, дорога, ну, сложная, да. Да. Но КТРК все равно сложнее. Если б не КТРК, я б, наверное, здесь умотюкался весь.
Да. Так. Бродим по улочкам у Жигули. Забрели тут такие башни. Дома, люди живут. Это башня-музей. Работает с 10, правда, время 9. Ранние пташки. Первое село, с него дорога вниз вот сюда. Второе село. Ребят, вы не поверите, но это кинотеатр. Синема. В гребенях у Жигули. Ну а как же в современном мире без кинотеатра? А ну психологочку не Жигули. Да-да-да, сразу здесь. Гестхауса здесь полно. Турист, наверное, сюда валит. Ну, не толпами, но все-таки. Ну да, смотрите. Вот музей. Это музей местный. Продолжаем подниматься, хотим поглядеть вон на ту гору, ледник.
подобрать какое-нибудь более-менее нормальное место. Нормальное место. Чтобы посмотреть, что там такого. Очень интересно, красиво. Вышли из деревни, идем вверх. По вот такому. По такой кручине, не знаю. Фу, сейчас что-то найдем. По ходу дела. Ох ты, ешкин кот. Там ты какой вид. Все, мы погуляли по Ужгули, закольцевали дорогу, покушали, купили. Ладно, пора ехать обратно. Собирать будем сейчас и обратно. 7 километров. Ой, такой мощной грунтовки по камушкам, горной мощной грунтовки. Где наш Шантруша? Тут народ уже проснулся, туристов навезли очень много. Гуляли где-то часа два, наверное. Да. Коровы шли на допой. Попали вот в такой вот коров тут. Идут куда-то. Ой, машинки едут. Ну, в основном движуху здесь создают коровы. Потому что тут их дофига. А. Туристов только везут. Движуха, да. Собственно, эта ситуация мне напоминает Катурык, который мы преодолели в 2020 году. Примерно было что-то типа того. Да. Но тут движуха, прям движуха.